Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Ганеша, и вы попали на распаковку бумажных сюрпризов. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео. А сейчас рубрика «Приветы». Все, кто хочет привет от меня, пишите в комментариях «Хочу привет». Канал «Бумажные пакеты», Елизаветка Фрэнс, Оксана, Кэп Фокс, Раяна Ашербекова, Богдана Дана, Аиша Алиева, Айлин, ДНС Выс Гора, Бумажная Алиса Лав, Жанара Паизова, Замандаш 14, Анна Михайличенко, Арина Корякова. Всем вам большой привет. Айтбаева Мира, Анастасия Шрамко, Лора Караджа, Полинка DIY, Dreams Dart, Рис Гикс, Мария, Наталья Петрова, Ульяна и Соня, Лиля, Пейпер Демон, Море Мори, Воронина Алена. Вам тоже всем большой привет. Спасибо вам, мои зрители и подписчики, то, что пишете мне хорошие комментарии. Мне очень приятно. Продолжайте писать комментарии, высказывать свое мнение и предлагать идеи для новых коллекций. Я все комментарии читаю, стараюсь по возможности отвечать на комментарии. А теперь давайте выбирать пакетики. Как обычно, подписчики и зрители выбирают пакетики. Богдана Дана из коллекции Эмодзи Сигны выбрала фиолетовое сердечко. Вот оно. Петя Барбоскин из этой же коллекции Солнышко. Вот оно, солнышко. Аиша Алиева из коллекции Марвел Таноса. Вот он, Танос. София Рахматова из коллекции «Приготовь». Мы готовим гамбургер. Четвертый пакетик выбрала. 1, 2, 3, 4. Вот он, четвертый. Остальные убираем. Канал Юджин Алтай из коллекции «Губка Боб» выбрал Сквидварда с надписью «Лузер». Канал Dreams Dart. Корги с лапками впереди, с двумя лапками. Так, вот это вот этот пакетик. А этот у нас остается. Так, и Воронина Алена выбрала сквиши с кроликом. Так, сквиши не вмещаются в кадр, поэтому я сейчас покажу, какие пакетики у нас остались. Вот, у нас осталось 4 пакетика. Так, с кроликом, вот этот с кроликом. Этот оставляем, другие убираем. Так, у нас сегодня последний пакетик из коллекции кассеты. Заканчиваем эту коллекцию. И розовая тема тоже заканчиваем. Сначала я хочу открыть сквиши. Давайте я покажу, какие сквиши мы уже собрали. Сквиши. Кексик, лимончик, арбузик, кактус и совушка. Сейчас давайте откроем этот пакетик и посмотрим. Так, а в этом пакетике нам попался ежик. Такой ежик нам попался. Так, убираем сквиши. И давайте откроем наш каталог. Такой вот корги. Давайте откроем сегодня первый пакетик с корги. Наш пакетик. И нам сегодня попался корги космонавт. Сейчас мы найдем силуэт. Вот на первой странице. Приклеиваем. Следующая коллекция – это губка Боб. Губка Боб, квадратные штаны у нас, пакетик со Сквидвардом сегодня. Открываем. Так, и нам сегодня попался домик губки Боба. Такой вот ананас. Приклеиваем на первую страницу.
Так, следующая коллекция в этом каталоге, которая осталась, это розовая тема. И сегодня мы эту коллекцию завершаем. Розовая тема. У нас остался последний пакетик. Это, кстати, пакетик с мукой. Давайте его откроем. Здесь у нас два сюрприза. Так. Два сюрприза. Это персиковый сок. И ромашка. Розовая ромашка. Персиковый сок у нас на первой странице. Ромашка у нас на второй. Давайте я сделаю обзор на всю эту коллекцию. Розовая тема. Какие наклейки нам попадались, посмотрите внимательно. Все наклейки в розовых тонах. Разные предметы, и еда, и ластик, к примеру. Все. Так, в этом каталоге у нас все. Переходим к следующему каталогу. И давайте откроем в первую очередь коллекцию «Приготовь» для моего подписчика Лузис. Так, в прошлый раз мы уже собрали слой с авокадо и котлеткой. Давайте посмотрим, что попадется нам сегодня. Так, я уже вижу, и вы тоже, что это огурчики. Два огурчика. Так, на четвертый слой. Так, первый, второй, третий, четвертый. Так, четвертый, все правильно. Приклеиваем огурчики на четвертый слой. Как-нибудь так вот. Пока что у нас выходит вот так вот. Будем заполнять дальше наш гамбургер. Следующая коллекция — это Marvel. Тоже для моего подписчика DJ Summerbeck эксклюзив. Пакетик с Таносом. Открываем. Так. И нам попался Росомаха под номером 2. И цитата Росомахи: «Внешность — это всего лишь фантик, а конфетки под ней бывают всякие». Такая вот цитата из фильма «Росомаха». Если кто-то помнит такую цитату, то напишите мне в комментариях, из какого конкретно фильма эта цитата. Приклеиваем Росомаху. И смотрим. Так, у нас осталось три пакетика, сигны и кассеты. Смотрите, давайте откроем сигны. Пакетик с солнышком. Так, это сигна для канала «Бумажный персик». Привет тебе, «Бумажный персик». И фиолетовое сердечко откроем, посмотрим. Ой, пакетик порвался. Так, это сигна для канала «Бумажная клякса». Привет, «Бумажная клякса». Давайте приклеим «Бумажная клякса» под номером 2. Бумажный персик под номером 6, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Да, 6. Так, и
последняя коллекция на сегодня. Это коллекция кассеты. Сегодня мы эту коллекцию завершаем. Открываем бумбокс желтый. И сегодня нам попалась кассета с записью Риана. Лучшие хиты под номером 3. Голубенькая рамочка. Голубенькая кассета. Давайте посмотрим, какие кассеты нам попадались. Селена Гомес, Бритни Спирс, Риана, Джейсон Деруло, Эминем, Кэти Перри, Джонас Бразерс, пустая кассета. Так, все, на этом все. Это были все пакетики. Напоминаю вам, что в своих социальных сетях, а именно ВКонтакте и Инстаграме, я занимаюсь изготовлением и продажей деревянных значков, поэтому не стесняйтесь, переходите в мои соцсети, подписывайтесь, выбирайте деревянные значки, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Всем всего доброго, всем пока!